дом. Помнишь, как мы играли, когда я была маленькой? Хорошо, а то вчера мама с папой сильно поругались. Помнишь, как делает мама, чтобы убедиться, что у папы все в порядке? Как прошел день, дорогой? Ох, зря я назначил твою подругу своим секретарем. Но она так благодарна. Благодарна? Она распускает обо мне слухи. Говорит, будто я делаю ужасные вещи. Один из важнейших людей в церкви. Какие вещи? И это после всего, что я сделал. Ты еще не доросла, чтобы понять. Мамина подруга распускает сплетни в церкви, говорит всякие гадости. Со взрослыми такое бывает. И от этого человек становится как бы плохим. Но это не про папу. Он у нас хороший. Так что она говорила? Вот что добрый самаритянин получает за свое милосердие. Я всего лишь проявил дружелюбие. Что ты сделал? Твоя подруга лгунья. Почему ты на меня кричишь? Мама ни в коем случае не должна сердить папу. Твоя подруга отправила в церковь письмо, в котором сказано, что я грубиян, что я говорю всякие гадости, что я трогал ее там, где не следует. Это правда? Конечно, нет. Но с чего ей выдумывать? Ты должна быть на моей стороне. Мы ведь одна семья. Плохая ты кукла. Папа никогда не стал бы... Пожалуйста, скажи мне правду. Я ее лишь легонько шлепнул, по-дружески. После того, как отпустил свою любимую шутку. Не ту ли шутку про толстый зад? Даже весело, все смеялись. Моя подруга тоже? У нее есть проблемы, она завидует другим. Потому что ты ей мало платишь. Другие заслуживают больше. Думай, что говоришь. Что поделать? Жизнь – боль. Куколка не понимает. Простые люди не должны ябедничать. Им нельзя ставить больших людей в неловкое положение. Ты не слушаешь, что я говорю. Не смей от меня уходить. Вернись сейчас же! Хватит на меня кричать! Я дал тебе крышу над головой! Ты и с секретарем так разговариваешь? Ой, только не надо! Почему вы все себя так жалеете? Если пойдешь к ней, ко мне можешь не возвращаться! Придет за нами. А к нему не вернется, пока папа не сознается во всем, что сделал. Нет, глупышка, простыми извинениями тут не отделаешься. Нет, я не знаю, что будет дальше.